Давай Вардена. Он мне, в принципе, в последнее время каждый день приходит. По несколько раз даже. Мое лучшее видео. Давай, я знаю. Сколько у меня видосов? Самые популярные. Самый популярный это шортс. Эти так себе, так себе. Прикольный видос, прикольный видос. Вот, не-не. Все, я вспомнил. Мое лучшее видео это... Подожди, оно больше просмотров набрало. Вот это. Самый лучший видос за всю историю... Не то, что моих видео. За всю историю, в принципе, наверное, Харстоуна. Тебе точно говорю. Лучше вот этого я не видел ни разу ничего в этой жизни. Смотри. Поставьте лайки хотя бы. Игра кайф. В Ривендера ударил. Ударил в Ривендера, при этом мне все равно 100% и здесь 100 хп еще. Две золотые рыбы. Просто шок. Смотрел не один раз. Купривет, получается, месяца 4 не смотрел. Ну, купривет. Это только руинить будет. Может, репет собрать? Давай. Он же соберется, правда? В принципе, можно засейвить, чтобы больше шанс то, что вторая не придет. Ну, либо соберется, либо я иду нафиг, как обычно. Ну, так-то триплет. Вообще там. Так-то ролл вообще жесткий. Подожди, надо сейчас взять. Пойдет. Ну, почти. Шанс был. Я точно пятую делу? Ни одного Ривендера за стрим. Даже в роли я его ни разу не увидел. Не то, что в трепетах, просто в роли его даже нет. Там Номи был? Я скипнул случайно, сори. Мышка залагала, герцовка монитора, другая. Нафиг ты вылупился отсюда вообще? Можно апнуться, кстати? Не хочу. Тоже не хочу. Можно вообще жестко сыграть, прям вот это взять. Слабо, да? Странная тема. Но в целом нормально. Попуга надо брать. Зачем мне попуга? Я не понимаю. Может нафиг? Так-то триплет. Я, может, не самый привлекательный, может, там не самый этот туда-сюда, да? Но чтобы ни одного Ривендера за день... Мне так раньше эта карта нравилась. Я вообще всегда брал, когда приходила. Года полтора назад. Но тогда еще бомба экзоти игралась. Тогда омегов еще не было. Ничего не было вообще. Какой же сил... Хорошо. Сань. Хотел поныть на секунду, ну, про открутон сегодняшний. Так-то да. Вроде что-то потихоньку приходит. По чуть-чуть. Ну, то мало пока. На! Красотень. Вот так вот на превью разморожу. Вот так на превью. И при этом этап можете писать. Так, а мне... Ну, я, в принципе, наверное, из через омегов играю вот эту тему возьму. Все, теперь можно собирать. Ну, омега правильно там, да? Спасибо, Сань. Всегда бы так. Это та... как там комментарии мне оставили? В этом видео вы можете лицезреть подкрутку от Blizzard в скобках читс. Это читс. А, нет, спасибо, мне уже хватит. Спасибо, Саш. Мне, конечно, очень приятно, но мне хватит. Мы же можем сделать тактику через гулю. Реально? Что мне надо? Мне надо две гули, еще один омега. Омегу в трепет собирать нельзя, правильно? А, не разбился. Значит, нужен гуль. И омегу. Сейчас, пожалуйста, триплета, чтобы, ну, не париться потом, собака. Не понял, что такое. Это надо брать или нет? Какая-то карта новая, да? Ладно. После обновы я его ни разу не увидел. И вот только сейчас я первый раз увидел Рагнароша в своем роли. Я вообще не шучу. У меня настолько сильная открутка сейчас на аккаунте. Ладно, надо было микрочелла, наверное, взять вот эту. Ну, так-то я не боюсь. Просто ищу гулю. Золотой бран на бране. Ты хоть раз такое собирал вообще? Да это боты нафиг играют. Ну против кого я играю? Ну что за бред? Не бывает такого. Я на бране ни разу золотого брана не собирал. Ну может быть там когда-то там случайно было что-то там. И то топ-8 получился. Мужик просто сидит. Крутит. Это нет. Это вообще не понадобится, кстати.
Само доиграет, да? Мне ничего не надо вообще. Возьму это просто. Сложно, да, найти вот одну карту, вот эту? Сложно, да? Сложно, да? Сложно, да? Я не таунчу его, потому что, ну, опять же, гуля. Не, сначала гуля, потом... Да, гулю. Спасибо, Сань, спасибо большое. Так, теперь, как я это должен сделать? Этот омега здесь стоит? Это получается... А, мне... А, ну да. Ну так. Вот так. Вот так, все. Тип... Ну, вот, вот так это выглядит. Здесь нужен еще один омега-крушитель, вместо вот этого вот сюда поставить, и все. Десерт, вода. Не, смотри, как это работает. Я когда это увидел, я еще так, типа, смотрю, что за фигня. Ну, я же все правильно сделал? Да? 38, да. Смотри, 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 смотри. Первый раз эту тактику собрал. Вот, видишь? Это та самая изначально, вот... Самая вот изначально настоящая экзодия. Если я продам блокобот и поставлю еще одного омега-крушителя, у меня будут полный стол спамиться омега-крушителей. Вот. Привет, этап. Осталось его найти. Так просто. Ну, вторую нельзя. Просто омегу дай, пожалуйста. Пожалуйста. Идеальная экзодия, там, название хочу сделать. Сложно, да? Ладно, это... Это прям хорошая катка, наконец-то. Это первая катка, которую не стыдно выложить на ютаб. Ну, именно за последнее время. А то, что у меня собирается, это вообще не игры, я считаю. А вот это уже... Это уже каточка настоящая. Ну, кстати, у него тут очень неплохо. Ну, мне тоже неплохо. Но я говорю, если еще один омега, то все, конец. Для них конец. Неплохо, да? Не то чтобы идеально, но нормально. Окей, время есть еще найти омегу. Не, ну мне обязательно надо найти. Если я не найду, то превью некрасивое будет. Проблема ютаберов. Как его найти? Лучше бы я сейчас, на самом деле, вот эту тему кинул, поменял бы его с этим крем. А, либо он не разбился. Не, разбился. А что за противник? Чуть-чуть за лобби. Куда я попал? Я мог клиф поставить. Я мог клиф поставить вместо бабла, не? А, ну, там, ладно. Да, топ-3 мне хватит. Я говорю, я. У меня нет топ-1 вообще. Или я не. Подожди. А, так, подожди, я не вылетел еще. Я рановато сказал. Рановато сказано. Я думал, я то, что все уже. Это... Пока жив. Это не нужен. Просто ревендера забафить, да, чуть. Ну, в ревендера. Божественный щит, низ ветра, плюс 10-10. Нормально. Там 16-й ход уже, кстати. Было бы неплохо найти хотя бы второго омега-крушителя, при том, что здесь больше нет механизмов. Мне вот сюда нужен омега-чел. Еще один. Это так, его чисто подбафать. Хотя смысл, у них там по 300-300 статы у всех. Если он бьет, то он умирает все равно. Катка 30 ходов. Всего лишь один омега-крушитель. Верю, 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 верю плюс верю. Ты веришь, я верю. Три, то есть, ну, раскрывается на 9 как раз. Получается то, что он должен, получается... Ну, лестница, правильно? Я могу переставить мет... Или все-таки, ну, найти... Я найду. В следующей игре. Все-таки не получилось. Жалко плюс жалко. Ну, шанс есть. Он просто должен бить постоянно баблы сейчас. Опять в бабл. Ну, ну не знаю. Но не хватит. Привет, этап. Я показал вам тактику. Не до конца. Так, ну, наполовинку. В принципе, лайк.